Всем привет, ребята, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Hustle Castle. Так, злой князь на меня напал, но, к сожалению, он проиграл. Так что пускай сильно не обольщается. Так, тут у нас кто? Олег больше не ребенок. А где этот Олежек? Ну-кася. 5 звезд, ребята, отличный результат. Ну что же, давайте глянем наши... Так, ну вот. Проиграл князь. А он что думал? Не все так просто, ребята. Так, я смотрю, вы мне прислали подарки. Спасибо вам большое. Сейчас мы, естественно, их сразу и проверим. Но для начала я, наверное, знаете, что сделаю? Верну мага в свой отряд, а Еву пускай тренируется дальше. Так, вот это хорошо. Ну, а теперь давайте глянем, что у нас в этих сундуках. Первый пошел. И здесь только ресурсы. Ну что же, ресурсы мне сейчас тоже очень сильно нужны. Так, и здесь то же самое. Отлично. Так, что нам вообще, ребята, какую бы цель поставить на сегодняшний, так сказать, урок? О, посох, великая воля. Уворот 36, 202 урона в секунду, на 26 уровень. Плохие статы, 966 урона, это маловато. Давайте еще поставим один. Слава богу, у нас позволяют ресурсы. Так, повар 6 уровня, повар 6 уровня. Кто еще у нас раскачался? Ага, казначей, я вижу, там стоит. 7 уровня он получил. Колодец маны 100 тысяч и 25 тысяч дерева. Ну, в принципе, думаю, ничего сложного в этом не будет. Ага, у нас осталось 5 тысяч дерева, и мы, в принципе, все это сделаем. А здесь кто у нас? Арнольдушка родился. Здравствуй, Арнольд. Вырастай поскорее. Ну что же, наверное, нам, ребята... Так, подождите, надо забрать яблоки и отправляться на карту. Я надеюсь, у нас будет там вторжение, хотя фиг его знает. Так, давайте посмотрим. Савелий, 29 уровня, да? Этот посох-то будет посильнее, но он только на урон идет, а он с воскрешением у меня стоит. Нет у нас орков, только игроки. Давайте посмотрим педигри. Кто он такой и с чем его едят? Ага. Ну что же, давайте, наверное, на него нападем. 9000 дерева, если я с него поимею, то смогу себе построить колодец маны. Так. Что-то краса у меня сдает позиции, ребята. Так, тихо, тихо, держитесь, держитесь. Блин, упал. Упал воскрешальщик, ой, воскрешальщик, да. И краса моя сейчас упадет. Да забомбите вы нафиг. Печально тут все, ребята. Тут очень печально. Сейчас они будут отхиливать своего воина. А, тут два воина даже. Все. Все, тут без вариантов. Жаль, конечно. Ну, ничего не поделаешь. Такова игра. Так, ладно, идите у меня сейчас отхиливайтесь. С деньгами у меня, ух, проблем практически вообще никаких нету. Можно даже накопить и на бассейн манны такими успехами. Хотя, скрит. Но давайте глянем, что он из себя представляет. 26, почти 27 тысяч мощей. Нет, на него я не полезу пока. Ладно, давайте здесь свои дела сделаем вначале. Идите лечитесь, ребятушки. Яблочки. Блин, яблок мало, 45 тысяч. Фигово, конечно. Блин, и этот еще. Магию до сих пор не могу еще делать. Осталось почти час подождать. Муловка. Так, а у тебя как дела? 23 тысячи. Ну, в принципе-то можно было бы. Но опять же, нету магии, ребята, у меня. Без магии хреново нападать на замок. Может быть, этих попробовать разбить? Вдруг получится. 4 голема и некромант. Так, педигри только что мы ему проиграли. Не знаю, как мы так умудрились, почему у меня краса так быстро ложится. Не врублюсь. Ну, можно, в принципе, еще одну попыточку сделать. Ладно, сейчас мы разберемся. Ну, что там, отхилились они? Так, маг, давай, иди сюда. Второй маг побежал на замену. Так, дерево, манна, яблоки.
Все пока у нас нормалек. Я не буду забирать ресурсы. Незачем пока. Давайте глянем, сколько алмазов нужно для завершения. Вот так вот будет самое то, что надо. Надоело мне ждать целый час. А теперь глянем. Ага, станет доступна какая-то ловушка. Так, давайте глянем, что это за новая магия. Призыв союзника. Призывает на поле боя опасного монстра, который будет какое-то время биться на вашей стороне. Очень интересно. Так, сделаем магию. Еще. Я вот не знаю, стоит ли мне новую это делать. Она делается целый час. Но в любом случае надо сделать парочку. Хотя бы для испытания. Ну, испробовать, что это за, вообще за союзник. Кто он такой? Голем или... Хрен его знает кто. В общем, мы увидим с вами, когда он сделается. Ну, явно, наверное, не в этой серии. Так, что далее? Так, они у меня отхилились? Отхилились. Давайте возвращать их. Иди быстрее, беги туда-обратно. На карте у нас, ребята, только враги. Так, а ты что у меня тут бегаешь, Олежек, просто так? Тебя надо куда-то приспособить. Так, тут у нас все занято. Давай будешь алхимиком. Будешь пока учить мастерство алхимии. Хотя нет, 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 погоди-ка, Олежек, не спеши. Будешь у меня лучше казначеем. Беги. Вот тут тебе самое место. Так, 28 минут нам ждать до первой нашей магии. Да, прилично. Тем более из расчета того, что сколько я ее там заказал, очень долго все это будет лепиться. 8 уровень. Так. Да, кстати, я давно хотел посмотреть, какие у меня персонажи и сколько звезд. Так, здесь 4 звезды и здесь 4. Это хорошо. Что у нас на кухне творится? 4, Драгомир. И Альбина тоже 4 уровня. Ну что ж, довольно неплохо. Так, я смотрю, лучник у меня отхилился. Надо его возвращать. И давайте, ребята, сходим на карту. Так, Педигри и Санта-Клу. Педигри, давай-ка мы... Блин, может еще разочек попробовать? Давайте попробуем, ребята. Вдруг затащим. Ну, нет так нет. Больше я на него не буду нападать. Так, потому что ему в тот раз фартануло. И причем очень сильно и очень хорошо. Я надеюсь, что в этот раз ему не так повезет. Хотя, блин, опять у меня краса упала. Но встала. Ненадолго, по ходу дела. Так, один упал у него. Нет, 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 не надо. Блин, все, замочили. Да ё-моё, ну как так? Ну... Не хватает буквально немножко. Как только падает у меня, который воскрешает, все. А воскрешает у меня кто, если не ошибаюсь, Савелий. Пора с Савелием что-то делать. Я не знаю, что. Прокачивать его до 30 уровня. Но это опять же время нужно. А ресурсы и деньги и дерево мне нужно именно сегодня, именно сейчас. В короткие сроки. Так, топорик. Топорик — это ерунда. Посох. Что можно ему поставить? Как его можно укрепить? Так, наносит 1112 урона. Это фигня все полная. То есть хорошего у нас пока ничего нету. Ну-ка давайте-ка я зайду на карту, гляну. Кто у нас там? Сатан Клау. Что тут у тебя? 25 тысяч. Блин, фигово. Очень сильный. Не потяну, ребята, не потяну. Без магии ничего не выйдет у меня. Надо как-то кумекать. Так, маг, давай иди сюда, уже хорош лечиться. Что тебе можно поставить? Это? Нет, в лучника я тебя переодевать не буду. Это все ерунда. Так, а что у меня с лучником? Блин, может быть дать ему эту дубинку? Попробовать с дубиночкой, а? Как вы думаете, ребят? На разочек. Так, у ворот или этот? Или на крит? Давайте, наверное, наденем ему на крит. Может быть, он так будет сильнее. Так, ладно. Эти отличились, возвращаем. А этих заменяем. И попробуем еще разочек с вами сходить на карту. Ну, у мага моего посох вроде более-менее. Отхиливающий плюс атака неплохая довольно-таки. В принципе, сгодится. У нас сейчас в инвентаре лежит арбалет. Причем бесхозно, да? Потому что арбалетчика мы сделали воином. Может быть, Савелию дать в руки арбалет? Чтобы был он лучником. Тогда воскрешалку мы лишаемся. Да, печалька, конечно.
Так, ну, а если Дмитрию, где у нас Дмитрий? По-моему, здесь. Так, беги. Так, если мы ему наденем 372 урона. Без лучника нам тоже, в принципе, тяжеловато будет. Но и вот эту броню, предположим, вот так вот. И попробовать. Давайте глянем, что у нас по бижутерии тут. У ворот соточка. Давайте, наверное, у ворот поставим. Урон — это все ерунда. А вот у ворот самое то, что надо. Я надеюсь, по крайней мере. Это у нас будет, так сказать, пробный вариант. Ну что, вроде бы как все. 229. Так, сила магии наносит 1901 урон в секунду. Так, ну что, отхилился. И пойдемте, ребят, попробуем его, как говорится, накумарить. Где он тут у нас? Скридушка. Так, а может быть, этого глянем для начала? Не-не-не-не-не-не. Его мы трогать не будем. Все-таки, наверное, лучше. Так, а, вот, подигри. Елки-палки, какой скридушка? О чем я? О чем я вообще думаю? Ну что ж, давайте-ка рискнем здоровьем. Тоже у меня два воина, как у него. Теперь мы посмотрим, кто кого. Так, ну пока. Пока вяло как-то все. Но, тем не менее, одного воина мы. О! Ребят, смотри. Блин, тихо. Елки-палки. Да что ж такое-то, а? Все, все, ребята, это победа наша. Маг у него упал. Ну, а этого, естественно, мы уже затащим. Все, пока, роднуля. Так что по дегре я все-таки тебя разбомбил. И получаю с тебя, вот это другой разговор. 50 тысяч золотых, 10 тысяч дерева. Самое то, что надо для меня. Так, ну что, ребят, давайте, наверное, вас отхиливаться. Поставим. Отлично, теперь глянем, что здесь у нас. Колодец маны. Слушайте, мы можем также сделать даже бассейн маны. Погреб. Нет, погреб мы не сможем сделать, потому что там нужно дерево дофига. Ну а колодец маны вполне. Так, все, в принципе, великолепно. Кого-нибудь еще? Муловка. Психодол. Это все не то. Тут один враг. Тускпер какой-то. Ну, вот. Вот его тоже, в принципе, можно попробовать разделебанить. У него маг. Я так смотрю, ага, арбалетчик. Арбалетчик и воин, да? И воин. Один воин. Один воин, два арбалетчика и один маг. И маг, к тому же, с отхилом. Тут вообще ватный какой-то. Надо попробовать все-таки. Сейчас отхилимся и рискнем, наверное, на него напасть. Так, ну что, все? Мак, давай, возвращайся. А ты с булавой, с палицей, точнее, иди хилься. Краса тоже готова. Все пока идет замечательно, отлично. Жаль, конечно, что нету магии. Да магию-то мы изучили, одно, ребята. А вот то, что 9 всего фаерболов предел, вот это меня немножко раздражает. Можно было бы здесь сделать 10, 11, 12 фалан. Что у нас? О, не-не-не-не. Даже думать об этом не буду. И Black Crouch. А Black Crouch, по-моему, тоже у нас сильный, насколько я помню. Да, 27 тысяч. Ладно, пока мы этих ребят трогать вообще не будем. Black Crouch. 27-316. Нет, слишком сильные. Ладно, как у меня там дела обстоят? Так, отлично. Матвей выздоровел полностью. Ну что же, давайте попробуем Фалана, может быть. Нет. Кроуча, по-моему, 27 тысяч, да? Почти 28. Если я не ошибаюсь. Так, 27-316. Нет, его пока трогать не будем тоже. Давайте кого-нибудь поменьше найдем. Вот, Тускпер, блин. Еле выговоришь нафиг. Вот его сейчас мы и попробуем. Так, у него один воин, два лучника и маг. В принципе, должны победить. Смотрите, а вот на врагах булава моя действует. Я сейчас только что видел, когда он ударил. Он его поставил в стан. У, ребята, да мы их тут порвали просто-напросто. Как щеглов. Все, лукарь, отдохни. Пострелял и хватит. Так, и получаем мы вот то, что надо.
то, что надо, ребята. Ресурсы копятся. У меня уже 320 тысяч. Да, нехило. Так, давай, краса, лечись. Давай, тоже отхиливайся. Так, нам, по-моему, не хватает. Так, 41 тысяча бревна у меня. А нужно 62, да? Ну, 25-то мы сделали. И, по-моему, больше никого таких нету. Санта-Клау. Санта-Клаус ты хотел, наверное, себя назвать, но не хватило тебе одной буковки. 25 тысяч, что у тебя? Так, булава, ну, довольно приличная. Меч. Так себе. Так, маг со сферой. Ну да, неплохая довольно сфера, причем эпическая. Ну и это око тьмы, в принципе, фигня. Но то, что у него эпическое оружие уже есть, вот это, конечно, жесть. Где оно только надыбал? Скрафтил, поди. Скрит. Так, а у тебя как дела? 29 тысяч. Обалдеть, блин. Ну ничего, ребята, мне осталось тоже немножко. Я скоро 30-ку, наверное, перевалю. По мощам я имею в виду. Надо только немножечко потерпеть. Муловка. Психодол. Психодол, по-моему, мощный. А вот муловка я не помню. Ого, 32 с половиной. Нет. Тоже пролетаем мимо. Блин, по ходу дела, ребята, мне не получится сегодня пофармить. Зузу 5 какой-то тут появился у нас. Тоже 31 с половиной тысячи мощей. Да хера, блин. Так, ну, самые слабенькие вот эти у нас, да, получается, из всех, что есть. Да, выбор, конечно, у меня обалденный. Ну, на худой конец, ребята, я могу построить что? Колодец маны. Он мне, в принципе, не нужен. Не хватает-то буквально чего? 30 тысяч дерева. Так. Это у нас Санта-Клау. Ну что ты так долго лечишься, а? Давай ты пошустрее там наматывай свои бинты. Нас ждут великие дела. Точнее, нас ждет великий бой, блин. Да, ребят, я бы с удовольствием проапал бы, конечно, госпиталь, но он очень дорого стоит. Там, по-моему, за 800 тысяч, если не ошибаюсь. Ну, осталось немножечко, и сейчас мы его вернем в отряд и пойдем с вами немножечко подеремся. Хотя шансов у меня, естественно, мало. Но все равно надо что-то делать, как-то продвигаться. Так, давайте глянем здесь. Нет, здесь муловка это. Санта-Клу тоже не то. Хотя сейчас проверим. 25. Нет, в принципе, можно попробовать, ребята. Давайте рискнем. А вдруг получится. У него два воина и два мага. Как говорится, была не была. Ёлки-палки, какой бронявый я. Ух, краса упала, но поднялась. Это хорошо. Так, все, одного воина мы убили. Блин, а они убили у меня всех. Ну что же, проиграл так проиграл, как говорится. Тут ничего не попишешь. Блин, фигово, это опять ждать, пока они отхилятся. Ядрите их на корень. Идите лечитесь, фигли встали. Ну а пока они у нас лечатся, давайте, ребят, наверное, посмотрим, что у нас со шмотками. Я хочу, наверное, знаете, что сделать? Два воина это все фигня. Сделать из Дмитрия... Обратно, наверное, мага придется лепить. Так, Матвей, может тебе обратно поставить арбалет? Или посох? Да ну, это фигня все. Пускай ты пока остаешься так. А вот с Дмитрием надо что-то делать. Арбалетчик из него вообще никакой. Будешь опять магом, давай, одевай. Это где, роба твоя? Давай. И кольцо, подожди, у него кольцо на ворот. Нет, давайте поставим, наверное, его старое колечко на магический урон. Все, вот так и оставим. Ну что, этот у нас отличился. Давай, Матвей, лечи, сиди. Сейчас краса долечится, и все будет у нас нормально. Так, Савелия так и оставляем. Больше он пока не потянет. В общем, давайте так сделаем. Матвея мы обратно в лукаря. В общем, вернем свою прежнюю партию, какая у нас была. Маги, лучники и краса, наш единственный воин. Так она будет лучше. Так, крит или урон? Наверное, оставим на крит. С критом он все-таки будет лучше бомбить. Так, немножечко осталось. Так, Дмитрий.
А может быть тебе поменять колечко? Нет, магический урон, он и есть магический урон. Хотя ты падаешь очень быстро. Может быть тебе на урон и у ворот? Нет, пускай остается так. Так, ладно, все, возвращаем их. Ну что, остается только лишь проверить, на кого нам можно, в принципе, напасть. Одни сильные тут остались у нас. Так, ожившие камни. 13500 нужно яблок. Ёлки-палки, а. Не хватает у меня яблочек-то, а, ребятушки. Опять засада начинается. Ну-ка, сколько накопилось? Ну, практически на один бой мы с вами накопим сейчас, да? Нет, еще 300 яблок надо. Ладно, подождем маленько. Давайте настроение. О, плюс один кристаллик, хорошо. Деньги я собирать пока не хочу. Да и в принципе нам и не надо. 320 тысяч у нас в запасе. И похоже, ребята, сегодня я не смогу все-таки получить недостающее мне количество дерева. Только лишь из-за того, что у нас опять проблемы с едой. Ладно, как-нибудь перебьем. Ладно, Любомир, ты у меня с ожерельем. Теперь беги. Беги в колодец маны. Будешь добывать манну для меня, потому что скоро она нам пригодится. Давай пошустрее, что так медленно бежишь. Так, 5 часов 39 минут осталось до изготовления оружия, а тут наверху 13 минут до следующей магии. Пока еще ни одного не получил я магического там заклинания. Курим, как говорится, пока просто так. Вообще без всего, чисто руками. Так, а тут что у нас? Давайте посетим кого-нибудь. Азельхат. Глянем, что у него там в башне. Так, ну, вроде бы ничего такого особенного нету, да? Ага, ребята, по-моему, я глубоко ошибаюсь. Вы посмотрите, ёлки-палки. 32 тысячи мощей у чувачка. Ёк-лы-мне. Обалдеть. Ничего себе. Раскачка нафиг. Да, смотрите, доспехов я таких даже еще и не видел, если честно. Но я думаю, скоро мы до него дорастем. Может быть, даже когда-нибудь встретимся в бою или при нападении. Так, кухня у него развита. Я, кстати, да. Ух ты, а это что такое? Какой-то инструмент у него там стоит. И он еще опять что-то крафтит, по ходу дела, да? И место еще есть. В общем, нормально так, неплохо, я считаю. Мне еще расти и расти до этого. Ну, дорасту обязательно. Все-таки как грамотно тут у него все расставлено, да? Посмотрите. У него лестница сделана посередине. А у меня сбоку. Хотя, в принципе, толк-то какой от этой лестницы? Сбежать вниз, подняться вверх. Так, 305 ресурсов в час. Во, смотрите, у него какие топорики есть. Так, а здесь? Да. Значит, все-таки на дерево, на добычу ресурсов выпадают и амулеты, и топоры, и всякая там дребудень. Но мне пока ничего такого не падало еще ни разу. Надеюсь, что дальше будет все лучше. Так, что у нас здесь происходит? Давайте, наверное... Подождите. Нет, ну, в принципе, все нормально. Давайте глянем, на кого мы с вами можем напасть сейчас. Так, ожившие камни. Блин, и про еду-то совсем забыл. Наверное, уже накопилось. Давайте попробуем. Так, отлично. Как раз нам с вами хватит на один бой. Ну что ж, давайте попробуем еще разок их разбомбить. Получится, не получится. Время покажет. Ну давайте, олухи, бегите сюда. Ой-ой-ой-ой-ой, куда вы сразу на магов ломанулись, а, уроды? Блин, раздавили просто своей толпой. Так, ну я мелкого все равно с собой заберу. Блин, некромант вызывает, оказывается, големов. Тут, ребята, бесполезно. Или мне не хватает мощей? Нет, мне не хватает всего лишь магии. Надо дожидаться, когда она будет. Проиграл. Ну что ж, еды у нас нет. Этого у нас нет. Ничего у нас нет. И придется только ждать. Ну, этим я вас не буду томить. Так, иди у меня дальше, наверное, лечись. Ой, лечись, тренируйся. Так, что мы... Покупаем с вами, ребята, наверное, ну, колодец маны. Единственное, что мы сейчас можем с вами приобрести. Стоит он у нас 100 тысяч, да? Ну, это, в принципе, ерунда. А вот то, что 7 часов будет делаться, это, конечно, долго. Жаль, конечно, уходить и оставлять столько денег без присмотра. Но выбора-то нету. Надеюсь,
Мои воины отстоят честь замка и не дадут в обиду горожан. Ну ладно, ребята, на этом я буду заканчивать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии. Все, ребятушки, давайте, не скучайте, ждите новых серий. Всем пока и удачи! Can't stop bouncing.